Abhimanam parityajyo prakito vapuradishu Sri Krishna kipaya gopi dehe braje vasami aham Radhika anuchari bhutva parkiyo rase sada Radha Krishna vilasesu paricharjam karomi aham Abhimanam parityajyo prakito vapuradishu Sri Krishna kipaya gopi dehe braje vasami aham Radhika anuchari bhutva parakiyo rase sada Radha Krishna vilasesu paricharyam karomyaham Radhika anuchari bhutva parakiyo rase sada Radha Krishna vilasesu paricharyam karomyaham Gaudiya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что великолепная Мадхураса, Пракья Мадхураса, это наша наивысшая цель. Мы должны достичь этой цели, и мы должны обнаружить наше так плачевное текущее состояние. И мы должны осознать, каких высот нам предстоит достичь, если мы не привлекемся этой трансцендентной пракия мадхурасы, то тогда автоматически материальные эти расы, они придут и осквернят наше сердце. Это очень опасно. И вот трансцендентная пракия мадхураса, она очень важна. Это то, чего мы должны достичь в этой жизни, но не так, как сахаджия. Если мы будем мешать всю сиддханту, савичара, сататву, то мы просто запутаемся. И может это стать причиной нашего падения, поскольку вишудха бхаджан чистейший бхаджан. Что значит чистый бхаджан? Что значит этот термин, вы знаете? Вишудха бхаджан значит, на самом деле, на пути Кришна бхаджана, какие осквернения могут возникать на пути нашего Кришна бхаджана. И вот все, что может быть, мы должны избегать всех этих возможных осквернений. Конечно, на самом начале это сложно, но мы должны пытаться совершать бхаджан под руководством чистого Рагануга Бхакти. Мы не можем достичь успеха, поскольку мы если мы не будем совершать чистый вишудха бхаджан, то тогда успеха мы не сможем достичь. Это главная причина, почему мы не получаем осознание, понимание каких-то важных вещей. Это причина в том, что мы не можем совершать чистый вишудха бхаджан. И вот хотя Шри Чайтанья Махапрабху Парахилешвара, он пришел сюда, в этот мир, он сам Верховный Господь Шри Кришна, он пришел в этот материальный мир, чтобы дать нам урок, он показать, что как мы должны совершать бхаджан. Если мы будем совершать бхаджан так, как он сказал, то тогда мы сможем достичь этого уровня. Если мы сможем совершать бхаджан таким образом, каким показал нам Шриман Махапрабху, а как он показал Махапрабху? Махапрабху, он показал нам уникальный способ совершения бхаджана. Всем сердцем, всем умом, только
Кришна, и Кришна должен быть там, и не должно быть места ни для чего иного, кроме Кришны. В нашем сердце не должно быть места ни для чего, кроме Кришны. Все наше сердце должно быть полно любви к Кришне. И если есть что-то еще, кроме Кришны, то это оскверняет нас. Каково настроение Радхарани? И Радхарани, она внутри Гуранги Махапрабху. У нее такое же настроение, что Махапрабху хотел сказать Кришне в Курукшетре. Снова и снова мы должны помнить и пытаться понять, что Радхарани хотела сказать. Пытайтесь понять эти слова. Для других людей, посторонних людей, то, что в их сердце, они думают об этом. Для обычных всех обычных людей, те, кто не утвердились в чистом баджане, для них всякие виды осквернений, они, естественно, они не могут избежать этого, это не шутки. Внешне мы можем видеть, внешне вот можно видеть, что на пути баджана кто-то возвысился, стал ачарьей. Кто-то может что-то на показ делать, имеется в виду, что что-то кто-то может утверждать, что его положение очень высоко. Но будьте уверены, внешне люди я могу показать, то есть вне кто-то может как-то на показ что-то делать, но Шрила Прабхупада он может определить, кто есть кто. Кто-то может быть как стервятник. Вот стервятники, они очень терпеливые, очень высоко летают. Настолько высоко, что никакие птицы не могут там летать, но их эти стервятники, они всегда ищут падаль, и очень терпеливо причем. Питаются, они падали, вот они высматривают из высока, если видят, сразу и начинают поедать эту мертвечину. И если кто-то хочет показать, что кто-то он совершает рупануга или рагануга баджан, его действия, его характер, его суждение, мировоззрение, терпение. Да, терпение, поскольку народ там так говорит. Если нет терпения внутри нашего сердца, мы не можем обрести Кришна прему. Это связано, почему я говорю так, народ там так пишет об этом. Дорджадон, значит, богатство терпения буквально. Если мы хотим достичь того, что редко даже для Брамы и Шанкар, мы должны иметь терпение. Что такое терпение? Кришна Бхакта может потерпеть любые испытания, которые приходят откуда-либо. Как Гуру Падма, он говорил, как этот Триданди Саньяси, он был очень терпелив. Он думал, что, может быть, это воля Кришны, что со мной такие беды происходят. И Шрила Гурудев часто говорил мне, что я должен иметь терпение, как этот Триданди Саньяси, который описывается в Бхагаватам. Мы должны помнить, Махапрабху тоже приводил этот пример. Можно вспомнить об этом. Это хороший пример. Он показывает нам, сколько страдал этот Триданди Бикшу, Триданди Саньяси, но все же он не был готов отказаться
от своей саньясы, он думал, что это может воля Кришны. Кришна, он проверяет меня, поскольку не проверяя, Кришна не может принять меня, я знаю. И вот я уже сказал, как. Кришна проверяет всех гопи ночью, он играет на своей флейте, и все гопи, они стремятся, бегут к нему. Как, каким уникальным образом Кришна проверяет их, терпение, их любовь. И это главное. И вот Тринадди Бикшу, он все воспринимал как волю, милость Кришны, и поэтому терпение очень важно. Горки Шурдас Бабаджи Махарадж говорил об этом. Вот как, когда его доставали какие-то эти подростки, которые мешали ему, они кидали камни в него. И Шукадев Госвами, когда шел, всякие деревенские эти хулиганы обзывали его, что он тут голый ходит, пытались как-то повредить ему, камнями кидали в него и еще чем-то. Но эти невежи не знали Сварупу Саду. И поэтому они были... вели себя так неподобающим образом, и также эти бестолковые дети, которые ругали Горки Шрадас Бабаджи Махараджа, но Горки Шрадас Бабаджи Махарадж не терял свое терпение. Он просто говорил, что я пожалуюсь на вас, Ешоди, вы пытаетесь мне как-то навредить мне. Почему я об этом говорю? Для того, чтобы вы осознали, каков даршан Парамхамса, гуру и вайшнавов. Вы должны осознать даршан мировоззрения тех гуру и вайшнавов, на каком высоком уровне они находятся. Они всегда думают, что они находятся во Вриндаване, что не совершают свое вечное служение, они никогда не находят себя в этом материальном мире, что они чувствуют, что кто-то нападает на них и еще что-то. И вот, вот эти слова значат, что мы должны иметь терпение в семейной жизни, в социальной, везде люди могут как-то оскорблять нас, наезжать, не выражать должного почтения, не отвечать на наши, выражения почтения им. А если вы надеетесь что-то взамен получить от материалистов, значит, вы, у вас есть вожделение, у вас нет умиротворения. Любые желания, если есть в вашем сердце, то в этом случае вы не можете получить удовлетворение. Мы должны всегда думать согласно нашему положению и уровню. Мы должны совершать наше служение, мы не должны ожидать что-то от других. Я, когда говорю харикатху, я не ожидаю никакого почтения, ничего от вас взамен. Я думаю, что это сева, которую дала мне Гурвага, то, что хотела сказать Гурвага под их руководством. Я просто говорю то, что услышал от них, без ожидания получить что-то. А если я буду надеяться что-то получить от вас, то это не будет харикатха, не будет гуру и Кришна сева. Если моя харикатха, ей недоволен Кришна, то зачем я буду говорить ее? Не для того, чтобы удовлетворить как, вас или себя, или каких-то людей. Многие люди говорили, заявляли, что мы эти дорогие Шили Прабхупаде или Горки Шрадас Бабаджи Махараджа или еще какому-то возвышенному вайшнаву. Какие-то люди заявляют, что они очень близки Гуру Падме, но их действия, настроение, суждение, мировоззрение, ничего это не показывает, а показывает обратное. И вот Шила Прабхупад говорит,
Агасур, Бакасур, все они пытались показать всеми силами, что они спутники Гуранги Кришны. Они пытались показать, что они друзья Кришны. И вот они пытались как-то доказать, что у них есть связь с Кришной, что они в лилах Кришны участвуют и прочее. Но их действия не могли показать, что это так. И даже больше, можно сказать, что они враги Кришны, поскольку у Кришны нет представления о друзьях и врагах. Кришна, он беспристрастен, и чистые преданные, они тоже вне этой концепции друзей и врагов. У них нет ни друзей, ни другов. А почему Кришна убивает тогда их? Мы не должны думать так. Мы должны понять великолепие Кришна Баджана. Они надеются спастись, и поэтому как-то так Кришну ущемляют, напасть, как-то хотят, чтобы спастись. Если Кришна их убивает, то они обретают освобождение. Но смотрите, внутри этого даршана можно найти великолепную милость. Ничего иного, только милость в этом можно найти Кришна по отношению к таким демонам. Гурупад Падма, Парамхамса, Гурупад Падма, Маха Бхагават Гуру, Гуру Вайшнава и Бхагаван Верховный Господь. Внешне можно найти. Что они независимы, не все их действия тяжело понять. Много так называемых последователей Шрилы Прабхупады не смогли понять настроение Шрилы Прабхупады. И вот много так называемых последователей Шрилы Прабхупады не смогли понять его настроение, что хотел Шрила Прабхупада сказать. Они превратно поняли или не поняли вообще. И вот Парамхамса Гуру Вайшнава и Бхагаван, можно найти их действия независимые, и никакой симметрии или совпадения с чем-то нельзя найти, что они делают, как делают и прочее. А если кто-то хочет оспорить их как-то, поспорить с ними, то результат противоположный получается, и такие люди только деградируют. Вы не можете понять, как Рамачандра Пури хотел дать совет Мадхавендра Пури Падо. Он не мог понять его настроение. Материалисты Майвади, он хотят дать совет Гурудеву, но Гурудев, он звал к Мадхуранатху и плакал. Он чувствовал великое чувство разлуки, а Рамачандра Пури не понял ничего. Рамачандра Пури, он не понял. И вот эта шлока, он повторяет ее, но не все могут понять настроение Мадхавендра Пури Пада. Когда Мадхавендра Пури Пад плакал, то в этом случае будьте уверены. Вот это вы забыли, я сказал. Любое осквернение на пути Баджана, оно недопустимо. Не должно быть никаких ничего, кроме Кришны. Мы должны осознать это. И также в сердце Мадхавендра Пури Пада не было ничего и места ни для кого, кроме Кришны. Только Кришна и Кришна был там. И когда Мадхавендра Пури Пад, он плакал, то Мадхавендра Пури Пад,
из-за своей огромной випраламбхи, чувства разлуки, он встречался с Кришной. Випраламбха значит... И вот это сутра, которую написал Джива Госвами. На самом деле, это випраламбха, чувство разлуки, випраламбха – это та причина, благодаря которой мы получаем общение с Кришной. Я уже вчера сказал, то, что в трансцендентном мире любые объекты, личности и все, о чем мы можем думать в том трансцендентном мире, мы можем молиться им, звать их, и этот, эти трансцендентные вещи и имя тех преданных или вообще чего-либо, что принадлежит к трансцендентному духовному миру, между ними нет разницы, если какой-то возвышенный преданный произносит слово «Мадхура», то в этом слове «Мадхуре», в этой «Мадхура», она не трансцендентная дхамма, не отлична от своего названия, от слова «Мадхуры». И таким образом мы воспеваем славу Маха-мантры. Нишасе наива вишасе карарудда вишати киттанио ато балляд харен намаива киттану. И вот Кришнадас Бабаджи Махарадж нишасе наива вишасе часто повторял эту шлоку. Киттанио ато балляд харен намаива киттану. There is no guarantee of your нет никакой гарантии что мы будем жить и дышать, в общем, долго жить. В любой момент наше дыхание может остановиться. Мы не можем предсказать, нет никакой гарантии, что мы будем жить какое-то время. И поэтому в прославлении Харинама говорятся такие слова. Поэтому с самого детства мы должны воспевать святые имена, трансцендентные имена Бхагавана, Шри Кришны, Радхарани, Прабрамы. И вот мы, у нас есть практические примеры, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, он плакал и говорил, повторял имена Гоура Нитая. С той верой, что Гурудев дарует нам Рада Кришну, если мы думаем, что это просто имя, что просто получили Харинаму, но нет, это не так. Харинаму не отличен от самого Кришны. Это значит, Шрила Прабхупад, Гурудев, Бхактивинода Такур, они даруют нам самого Рада Кришну. With this belief, if we can do Harinam, then Harinam is effective. If we think, если мы с такой верой будем совершать Харинам, то Харинам будет по-настоящему эффективен. А то, что мы, если мы повторяем, если наш Харинам недостаточно серьезен, то Кришна, он не услышит его. И вот Мадхавинда Пурипад, когда совершал такой Харинам, he is speaking about Mathura, Aprakita object, the land, Aprakita homi. And he is speaking Mathura, and the Mathura is non-different. И он, когда повторял название Мадхуры, то это слово, оно было не отлично от самой Мадхуры, от самого Мадхура Надха, от самого Кришны. Мадхура Вираха, Мадхура Надху уехал в Мадхуру, и поэтому Мадхавинда Пурипад, он повторял так, путь любви, он подобен зигзагу, и поэтому... И вот он говорил, что ты сейчас Мадхуранат, ты уехал в Мадхуру, забыл нас, мы не образованы, там в Мадхуре прекрасные гопи,
они служат Тебе, они могут прекрасно служить Тебе. У них есть образование, мы просто эти деревенские гопи, мы не можем служить Тебе должным образом, может, из-за этого Ты уехал. И поэтому это... Так, такое болезненное такое выражение чувств, что ты сейчас Мадхуранатх, и таким образом Мадху, в этих словах сам Мадхуранатх Кришна присутствует, но Рамачандра Пури не мог понять этого. И вот Агасур, Бакасур, они пытались доказать, что они вместе с Кришной. Они пытались доказать, что они вот в, этом, в группе Кришны, но они демоны, они против Кришны, они хотели убить Кришну. И вот пытайтесь понять это. Мы должны мы должны принять сторону Радхарани, не сторону Чандравали, а именно Радхарани. Мы должны понять настроение Рагунатха Даса Гасая перед тем, как войти на путь обсуждения Расалилы Расататвы, насколько великолепен Рагунат Дас Гасая, он символ Випраламбха Расы, Випраламбха Бава Разлуки. Он все время плачет, его идеализм уникален. Он пример всем Рупануга преданным. И вот Рагунат Дас Гасай, его сердце полно Радхарани Говинды. И все время он служит Радха Говинде непрерывно. И это Випраламбха Бава, она... Это Випраламбха, она организует Милан-встречу. Если есть такое глубокое чувство разлуки, то тогда, несомненно, вы обретаете даршан Кришны внутри вашего сердца. Без Випраламбхи нет вопроса участия в Расалиле, такого вопроса не возникает. Если вы сумасшедшие, то можете думать как-то негативно. Если нет Випраламбхи, кто-то думает, что у нас хорошо все, и без Кришны и так живем. То есть, если у вас есть такие мысли, значит, что у вас нет Випраламбхи, вы не понимаете Кришна Баджана. That is why you are doing Raganuga Bhajan, Rupanuga Bhajan. Рагануга Баджан, Рагануга Баджан, они заберут все с вашей жизни. Рагануга Баджан, Рупануга Баджан, они вас сбросят в открытые этот... В открытое пространство без всякой поддержки Кришна хочет проверить нас. Не проверив кого-то, Кришна не может принять нас. И совет в том, что всегда, даже если мы не можем понять настроение Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура или чистого Гуру Вайшнавов, или даже Кришны настроение, если мы не можем понять, они независимы, они делают так, что никто не может понять. Все же мы не должны выступать против их. Всегда и везде мы должны помнить, If we can stay with them, а если мы встретимся с ними в negative way, то есть мы должны как-то. Then it is Popa speaking is very good for you to do Hari Bhajan. Какие-то позитивные у нас отношения должны быть. В этом случае мы можем совершать Hari Bhajan прекрасным образом. Иначе, если вы против Кришны выступаете, сомневаетесь в Расалиле, в действиях Кришны, Гурудева, чистых Гуру Вайшнавов, то тогда вы не сможете стать успешными, различные проблемы могут быть. Иногда мы видим, что кто-то
получает поддержку, как может что-то. Мы видим, что Шрила Прабхупад сказал, что мы не должны льстить никому. Я много раз говорил об этом, что льстецы никогда не могут стать подлинными проповедниками. Я много раз говорил об этом уже. Кто-то думает. Flattering is manat dharma. Что? Амани манат. Льстить кому-то это. Flattering mean is manat dharma. Признак смирения, что это вайшнавское качество, но Шрила Прабхупад никогда не говорил об этом. Flattering is not actually manat dharma. Льстить кому-то – это совершенно не вайшнава дарма. Гуру вайшнавы настолько могущественны, что они могут являть такое смирение. Смирение – это ключ к Рагануга Баджану. Мы должны чувствовать, что мы падшие души, настолько падшие, что каждый может оскорбить нас, унизить как-то, но мы должны думать, что мы просто какая-то падшая душа, и не оскорбляться, и не жаловаться на то, что происходит. Те, кто находится на пути Радха Анугати, они не могут жаловаться ни на что. Если кто-то жалуется на что-то, значит, этот человек слаб. Иногда гуру вайшнавы, они отвечают как-то на поведение каких-то преданных, а это для того, чтобы установить чистую преданность в их сердцах и исправить какую-то неправильную сиддханту. Это их обязанность, которую дал им Бхагаван Гуру и Вайшнавы, и поэтому они исполняют свои обязанности, и они не чувствуют, что они оскорблены кем-то. Они никогда не думают так. Если кто-то их оскорбляет, как-то они не оскорбляются, и это основа Кришна Баджана, Рагануга Баджана. И вот иногда мы видим Рагунатдас Госвами, когда он был в Саптаграме, в деревне, то в то время он был его забрали какие-то мусульмане. Who was given charge of collecting tax from people? By the сборщиком налогов его местный царек назначил. Рагунат Баба Ята, и вот Рагунат Баба, отец и старший брат его отца Хиранья Гавардхан, когда они отправились в полицию, чтобы поймать их, они куда-то пропали, и вот они искали и не нашли Хиранья Гавардхана, забрали этого Рагунатха. Рагунат плакал, ну, забрали его, и Рагунат вот себя хорошо вел, и он был очень прекрасен. Он был преданный, и они впечатлились его личностью. И когда эти мусульмане угрожали Рагунатху, чтобы он отца привел, то Рагунатху сказал: «Вы тоже мои отцы, и он мой отец, я просто ребенок, и вы меня ведете со мной так плохо, почему? Это ваше understanding. You will have to do some mutual understanding. Вы думаете, что вы должны выпытать у меня, где мой отец, а я откуда знаю? You are living peer. Вы. The somebody can speak that why Raghunath going to speak that. Кто-то может сказать, почему Рагунатх как-то называл джиндапит слово такое? Я не понял, честно. Что значит? Ну, вообще ругательство какое-то. И вот там был Мачлен Чоудари какой-то, он был этим главой сборщиков налогов. И вот он назначил этого Хиранья Гавардхана, чтобы он тоже налоги собирал, ему отдавал, тот часть царю отправлял, часть себе забирал. И вот
Рагунат Дас Гасай, он так красиво, мягко вел себя. С ними сказал, что вы можете сказать, что вы видели, мимо проходил. But you don't understand. Behind this, you know, soft word, there is some very, very secret thing that is called Gauranga Bhajan. Somehow, Raghunath want to get rid of this material world and go. От этого материального мира, и, ну, имеется в виду, отречься и принять прибежище лотосных стоп Гауранги. Его жизнь была полностью посвящена Гауранге. И когда он говорил так, что вы тоже мои эти отцы, то есть кто-то может подумать, что он льстил этим мусульманам, но нет. Но мистерия в том, что он хотел просто уйти от всяких этих материальных связей и они хотели, он хотел просто предаться лотосным стопам Гауранги. С этими материалистами нельзя сравнивать, и это нельзя сравнивать с Санатан Госвами, когда Санатан Госвами был заключен в тюрьме, и вот. But Sanatan cannot come out of jail. Then the outside. И вот этим. You know that man who is going to take care of that jail. Then Sanatan Goswami going to speak in a very soft way. You are jindaki, living peer. You are living peer. You know, if you cannot do some. Good for me, benefit you cannot give benefit to me. I have done so many things for you. You can remember, yes. But I cannot leave you. I cannot leave you because Batsa can cut me. Well, Batsa cannot cut you. Somehow, you know, you are jinda peer. You know, you have to think about Allah. You can leave me. I have done so many things. Anyway, I am not going to stay in your country. I can go to Makkah, Madina. I can go to Makkah. В общем, этот Рагунат, он сказал этим мусульманам, что отпустите меня, скажите, что я пошел в туалет и упал в Гангу и вместе с этим с камнем на ноге и утонул. А я в Мекку пойду, и вам благо от этого будет. So he already died. You can speak to king. At the same time, I am going to give you 7,000 golden coin. Well, then he was ready. This way you can think. You can think. There go that Sanatan Goswami going. И вот Sanatan Goswami. Flattering, and a mood. But this is not actually not at all flattering mood. It is the mood of Krishna Bhajan. When Radharani, Lalita, Vishakha, и вот когда Радхарани, Лалита, Вишака, Кундалата, они говорили как-то с Джатилой Кутилой как-то сладко, почему? Чтобы занять себя в Кришна Бхаджане. Это не. И вот, когда они, и вот, когда они говорили, что пойдут в Сурья Кунду, просили разрешения, чтобы пойти молиться Сурья Деву, так показывали свою верность, то, что они будут делать все для блага семьи и про всех остальных, но это не совсем так. Они, это секрет Кришна Бхаджана, чтобы обмануть тех людей, которые стремятся только к каким-то материальным вещам. Шрила Прабхупад говорил, что это тоже сокровенно Радха Анугатьяни. Я не мог говорить все сейчас, но все же. This kind of mood expressed by Prabhupada. И вот это
уникальная Радха-Нугатия, через которую можно служить Кришне все время уникальным образом. И вот Радхарани, Лалита, Вишакха, они одурачили Джатилу и Кутилу очень. И все это ради Кришна-бхаджана, кто выражать почтение будет Джатиле и Кутиле. Джатила значит запутанность. И вот таким образом мы должны помнить, что Кришна, он полон. Sarup Shakti, overflowing enjoyment, Ladini Shakti, all the time. It is the general mood, natural mood of Krishna. И вот настроение Кришны в том, чтобы наслаждаться с новыми преданными все время. Though we know Krishna is, you know, хотя мы знаем, что Кришна, никто не может контролировать Кришну. Но все же Кришна, мы знаем, что Кришна, он сватантра, он абсолют, никто не может контролировать. Твое имя Аджит. Аджит значит. Аджитопи, Джитопи, Ушито и Стрилокхян. Though you can never be conquered by anybody, still. Хотя вы не можете не быть. Этот Кришна не может быть завоеван никем побежден, но все же можно видеть, что Кришна, он контролируется какими-то прекрасными преданными, в этом его великолепие. Каково определение бхакти? И это Сваруп Шакти, у Кришны естественное влечение, они любят Кришну, безумно любят Кришну, и Кришна хочет также наслаждаться с ними. Сначала он распространяет бхакти, прямо бхакти через Гуру Вайшнав, а когда эти все остальные они обретают Кришна Бхакти, то Кришна он являет уже другие лилы. Вот он играет, может играть в прятки со своими преданными. И вот это природа Кришны. Кришна, он всегда с таким игривым настроением. Хотя Кришна полон радости, но все же это природа Бхава Кришны распространять эту Сваруп Шакти среди обусловленных душ. И когда они принимают прибежище у Гуру Вайшнавов, то они получает бхакти, то и Кришна хочет наслаждаться этим бхакти, этой преданностью. Кришна хочет являть свои лилы с новыми душами. Это природа Кришны. Много раз Кришна говорил: «Бхакта ахам экая грайхо сраддаятма прияха сатам». И вот я, никто кроме меня
никто не может обрести меня, никто не может совершать баджан мне должным образом, поскольку только бхакти сваруп шакти. Кто-то может осознать что-то, но через бхакти. Bhaktya aham ekaya only and only. Только и только. Only and only by the help of bhakti. С помощью бхакти. Through bhakti they can. Через бхакти они могут. They can understand. They can feel. Понять. Bhaktya aham ekaya grahyo sraddhayatmo priya satam. Those pure nice sadhus, the way to show this kind of exclusive love. Те великие саду. I like to enjoy it. And they can realize me also. Которые стремятся к Кришне, то Кришна хочет являть свои лилы с такими преданными. No sadhayo stopos tago yatha bhaktir mama urjita. Hey Uddhav. Oh Uddhav. Any kind of yoga. Любые эти йоги. Sankhyam dharma. Sankhya dharma. Sankhyam mane gyan. Йога, гьяна. Йога, гьяна. I already discussed in Gita. Я в Гите уже говорил. Санкья. In general sense, Санкья. В обычном смысле. Шамнак, Санкья. Татто. Ити Санкья. Санкья in usual course, general way we understand is гьян. И вроде это гьяна значит, но Санкья даршан там. Это, but in general, when но обычно, когда это слово «санкья», это не значит «санкья даршан», но часть «санкья даршана» должен быть там. Таттва гьян, он покрывает but это. Но здесь, что Кришна хочет сказать, nobody can satisfy through yoga. Никто не может удовлетворить Кришну через йогу или еще что-то. Саддхая, дхай, нируддхай, аскези, финансис. Через аскезы или еще что-то. If they are going to take help of Bhakti Devi, Urjita Bhakti, Bhaktir Mama Urjita. I like it. Я люблю and это. И Рупа Госвамипад говорит, как, kind of какое бхакти Кришна хочет, что Кришна говорит такие слова. Урджита бхакти. Урджита бхакти surely going to give me satisfaction. I like it. Сила Рупа Госвамипад going to give me satisfaction. I already many times told. Я много раз говорил вот эту шлоку. Анукуллино Кришнану Силенам Бхактируттама. You know it. I'm not going to explain because I have no point. There should not be any анавиласита. У нас не должно быть никакого анибхилаша. Мы должны пытаться понять анибхилаши, анибхилашита. Follow. Many times before I explained. И много раз я говорил. So сейчас any kind of anavilas, не буду повторять многие виды анибхилаша. Мы должны избавиться, даже запах анибхилаша запрещен на пути Кришна Баджана. Пытайтесь понять великолепие Кришна Баджан. Никто не может совершать, но и каждый может совершать Кришна Баджан, если они почувствуют, что Кришна, он не ожидает ничего от нас. Кришна, он не ожидает ничего от нас, только чистую любовь. Кришна, он никогда не хочет получить ничего от нас, только чистую любовь. Если мы любим Кришну, deep affection, love, огромная любовь nothing к Кришне, он хочет только это от нас. Когда... And when you are going to get maturity, и когда мы достигнем зрелости, когда Кришна хочет захочет помочь нам совершать Кришна Баджан, без милости Кришны никто не может совершать Кришна Баджан должным образом. Кришна Крипа. Кришна настолько милостив. Кому, кто достойный кандидат?
Кришна хочет дать им. И таким образом Кришна ищет каких-то новых кандидатов во всем мире. When Krishna discover that your mood is almost mature, very nice. In that case, Krishna start playing with you. Playing mean? И вот когда мы достигнем зрелости, то мы сможем участвовать в Кришна лиле. You are think you going to think about Krishna. Krishna, you know, not coming inside at this way all the time. Krishna playing with you to test you. Кришна, Он всегда хочет проверить нас. И если Кришна находит, что кто-то достойный кандидат, то Кришна, Он рад. И Кришна, Он рад являть свои лилы с новыми бхактами. When we are going to discuss about Nilachali, когда мы говорили о Махапрабху в Нилачале, то можно видеть, что Махапрабху плакал и плакал. И Сварупа Дамодара и Рай Рамананда не утешали его с помощью киртанов и харикатхи. Харикатха и харикиртан не отличны от Кришны. Then Mahaprabhu crying and speaking. И вот тогда Махапрабху он. That Krishna, show me. Krishna at a glance, show me, and now disappear. One time, give darshan. И вот Кришна может однажды дать. To make me cry. Даршан какому-то своему преданному и пропасть, чтобы увеличить желание достичь его. Что Кришна только появился и сразу исчез. Я пример могу привести, поскольку это очень хороший пример. Если я дам этот пример, вы поймете, и вначале вы должны понять, чтобы избавиться от этого материального мира, это не так просто, как кажется, этот материальный мир, болезненный материальный мир, мы можем избавиться благодаря милости чистой Гуру Вайшнавов. Мы можем достичь вечного духовного мира, если мы достаточно искренне. Если у нас есть потребность, то we don't want Krishna. Not that you at all don't want. You want. Придет то, что мы хотим. То есть мы должны желать Кришну, но без Майи, а мы, к сожалению, хотим как Кришны, так и Майи. Шрила Прабхупада на Бенгали иногда говорил, те, кто кто-то заявляет, что они совершают Кришна Баджан, но они мешают Кришну с Майей, и таков их баджан. Почему Шрила Прабхупада говорит, что за эти 40 лет я не находил искренней души, которая по-настоящему хотела совершать Кришна Баджан, Нанда Баджан, Яшода Нанда Баджан, служить Шьяма Сундару. Кришна Баджан значит, может, Дваракадиш Кришна или Мадхурадиш Кришна, но что хотел сказать Шрила Прабхупад? Я никогда не видел такого кандидата, который по-настоящему заинтересован совершать Нанда Кришна Баджан, Яшода Нанда Нишима Сундари. Если мы сможем попытаемся найти во всем мире кого-то, то очень мало можем найти тех, кто по-настоящему заинтересован совершать Кришна Баджан, Баджан Нанда Нишима Кришне. Тому, кто является этой жизнью и душой Радхарани. И вначале мы должны понять, на каком уровне находимся мы. И потом мы должны понять, чего нужно достичь, и с этой целью мы должны продвигаться выше и выше. Шрила Прабхупада уже говорил, это не настроение Шрила Прабхупады, что он хочет остановить наш Рагануга или Рупануга Баджан. Нет. Шрила Прабхупада говорит,
И вот Шрила Прабхупад говорит, это трансцендентная Мадхури раса. Пракия Мадхури раса — это наша наивысшая цель. Если мы не будем привлечены этой Мадхури расой, то, несомненно, Пракрита, это материальная Мадхури раса, может прийти и скинуть нас, поймать нас за шею и скинуть нас в океан страданий, и это хорошо. И вот с помощью этого комментария Сиддханта Шрила Прабхупад хотел сказать, какое чистейшее любовь между Радой Говиндой и Гопи. Я уже говорил о том, что сказал Санатана Госвами. Это уникальное. Этим материальным умом мы не можем понять. Единственное, если мы сможем развить смирение, такое великолепнейшее смирение, если мы сможем по-настоящему искренне плакать, то Кришна, Он вынужден принять нас. Радхарани и Гуранга, они примут нас. И Кришна, Гуранга, они смогут помочь нам совершать Кришна-бхаджан. Это возможно. И вот я пример Нарады приведу, как Кришна, когда мы совершали садхана-бхакти, когда мы совершаем должным образом эту садхана-бхакти, и когда мы оставляем все и приходим на путь Рагануга или Рупануга Баджана. И вот если мы следуем Видхи Маргу под руководством Шрилы Прабхупады Шридхара Махараджа, и вот сейчас мы достигли зрелости, чтобы войти на путь Рагануга Баджана, мы не можем заявлять, что мы достойны. Гуру Вайшнавы не могут показать, увидеть то, что мы действительно достойны. Вот как, например, совершать Джулан Лилу и прочие лилы, не каждый может, а Гуру Вайшнавы не могут сказать нам. И в этом случае, если они дадут нам позволение, то это будет этим доказательством того, что мы можем участвовать в этом Рагануга Баджане. Если какой-то ачарья полон ложного эго, он не может так говорить, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, например. Сиддхартха Госвами Махарадж, он просто великолепен, он так много дал нам, и это все доказывает, что он преданный Рупануга, но все же он выражает смирение, чтобы мы смогли понять, развить смирение, поскольку без такого смирения мы не можем войти на путь Рупануга Баджана. Деваши Нарада, мы знаем его. Он был сыном одной служанки, Дасипутры. И они были очень бедны. Она была, работала за кусок хлеба в доме брахманов, чтобы заработать какие-то деньги. И таким образом они как-то жили таким образом, и Нарада, он в этой прежней жизни был сыном этой служанки, и однажды во время Чатурмаса Враты, some group of sadhu came there in their village.
и как группа саду пришла в их, там, в их деревню, они решили остаться там на Читурмасию, как Махапрабху, когда пришел с Шрирангом. Махапрабху обнаружил, что Читурмасия врата скоро начинается. И вот решили остаться и под руководством Венката Бхатты, вот они решили, что сейчас Читурмасия начинается, и останемся здесь во время Читурмасии, никто не хочет бегать, ходить, перемещаться с одного места на другое. Нужно находиться в Читурмасию, это Ниямас, время обетов, и поэтому очень благоприятно следовать всем правилам и предписаниям и жить на одном месте. Когда наша Читурмасия заканчивается, кто-то радуется, что кончился наконец-то это. Читурмасия кончилась наконец-то, но никто не сожалеет, что Читурмасия слишком быстро кончилась. Обычно радуется, что наконец-то все эти обеты можно уже не соблюдать. Не все понимают значение Читурмасии. Это подарок Бхагавана, чтобы следовать должным правилам и предписаниям, вставать с утра, повторять обетованное число Харинама и прочее, прочее. И вот таким образом Нарада, он получил общение с чистыми саду. Они решили находиться в одном святом месте, и после этого они поспевали Харикатху, Харикиртан. И вот Нарада тоже наблюдал, что они делают. И когда мы смотрим на чистого саду, мы очищаемся. В Ганге мы должны принять омовение, и тогда очищаемся. Но саду очень могуществен. Вайшнава очень могущественна. Когда мы сердцем можем получить даршан вайшнава, то это очень благоприятно. И вот после этого, во время Читурмаси врата, всю Читурмаси мы слушаем харикатху, киртаны, помогаем. Как-то, и вот он очень слушал харикатху от этих саду, помогал им, дрова носил и прочее, прочее. И вот Нарада в Бхагаватам описывается. Immediately get pure, heart becomes so pure, chitta suddhi, hello. Then after that, by chance, it is the arrangement of Supreme Lord. Воле Верховного Господа Нарада, это его мать ночью, она служила в каком-то доме браманов, но там эта змея укусила мать Нарады, и она умерла. А Нарада в то время, и это, смотрите, великолепие сатсанги в том, Нарада, он был очень спокойным ребенком, и поэтому саду они very interested to
Они хотели накормить его, проявить на него свои милости, поэтому так получилось все. И великолепие саду севы в том, что в этом великолепии саду санги, я уже сказал, говорил о нем. И вот Нарада — это пример Нитям Бхагаватам Севая. И Нарада слушал Харикатху, помогал как-то по хозяйству, и таким образом саду санга никогда не пропадет зря. И поэтому, смотрите, когда мать уже ушла, у нее был единственный этот родственник, только его мать. Но когда мать умерла, она умерла из-за укуса змеи, то Нарада был очень буквально счастлив. Он благодарил Верховного Господа, что по его воле у него была единственная привязанность, его мать, но и благодаря саду санге он развил такую отреченность, что он видел все, даже такие вроде плохие вещи, как смерть матери, в позитивном ключе, что за саду сангу он обрел, смотрите. Но он относится к этому как к милости Верховного Господа. Даже такие негативные вещи он видел позитивно. Это зовется Вайкунтха Даршан, и таким образом after so many traveling village, you know, forest, so many things. И вот он скитался по этим различным местам, и вот пришел в какой-то лес, принял омовение в этом в каком-то водоеме, и вот он закрыл глаза, был уставший и закрыл глаза и вот уснул практически, и увидел, что Верховный Господь явился в его сердце сразу же. Он увидел, что Верховный Господь явился в его сердце. Нарада, когда закрыл глаза, он думал о тех риши и муни во время Чатурмаси, он общался с которыми, и Нарада, он думал о том, что они сказали об их сиданте, об их харикатхе, об их настроении. Нарада думал обо всем этом. Можно сказать, медитация такая, что он медитировал таким образом, и тем временем Верховный Господь, он явился в его сердце сразу же. Но вскоре он опять пропал. И что случилось дальше? Этот Нарада в Бхагаватам говорится, Ясадев Госвами говорил, и вот смотрите, и вот только сатсанга. Сатсанга, она очень важна. Мы вчера говорили об этом, что тело не столь важно, а бхава, чувство, гораздо более важно. И вот вчера я говорил о ягих этих, о женах браманов. Бхава, которая явилась внутри сердца, она очень важна. Ридда ситме санвир хари.
И вот Ясадев Госвами, он пишет настроение Нарады. И вот Ясадев Госвами, он писал то, что сказал Нарада. Он написал все это. Bhava nirjita cetasa o utkantha srukkalakshasyo riddashitme sanirhari prema nirbha prema prema vibharo nirbhinno pulakango tinivrita anando santlavilino napasyam ubhayam muni Dhyato saranam bhajam bhava nirjito cetasa. When he is going to close eyes, и вот когда он закрыл глаза, то случилась какая-то медитация. Only attraction, no material thing, land and property, nothing, no headache. That's why he closing eyes. И вот он закрыл глаза, и тем временем он оказался в таком медитационном состоянии, и вот согласно описанию, он помнил саду Гуру Вайшнава, с которым он общался во время Чатурмаси. И вот так он, памятуя их, и такое прекрасное чувство завладело его сердцем. Нирджита четаса, значит, никакого осквернения не было. Все сознание, оно было покрыто ее этим чувством, бхавой. There is no space, and Bhagavan always expect this kind of bhava. Bhava nirjita cetasa. И Бхагаван, он ожидает от нас такой бхавы. Риддашит ме шанир шанир хари. Immediately. Сразу же, не при. When когда my anxiety going to мое, touch a peak point. Об кантасрукала. Когда наше желание, что мы, нас станет настолько огромным, что мы настолько сильно захотим обрести Кришну, то Вишвана Чакравати говорит, хотя Друва Махарадж, он хотел совершать баджан с каким-то желанием, но Вишвана Чакравати говорит, огромное влечение, стремление к встрече с Верховным Господом, оно было катализатором на пути его баджана. Когда утхантха, когда у нас нет этой, у нас нет такого беспокойства о том, что мы не совершаем баджан, что теряем время зря, когда мы обретем такое чувство, что нужно совершать баджан, мы осознаем, что наша жизнь протекает зря, мы ничего не делаем ценного, и как если вы будете просто отдыхать каким-то, и ничего не делать, то как вы ожидаете, что обретете Кришну? Мы должны беспокоиться, что мы, наша жизнь проходит, а мы не совершаем служение, и вот Бхагаван, он хочет видеть такое чувство в нас, такое беспокойство о том, что мы не совершаем баджан. Если оно у нас есть, то Кришна вынужден прийти. И то же самое случилось с Друвой Махараджей, хотя у него было какое-то материальное желание перед тем, как начать баджан. Но когда он обрел милость Нарады и начал баджан уникальным образом, по милости Нарады, то это желание, оно уже практически ушло из его сердца. И когда Кришна явился, Бхагаван Падма Палашалочана Хари, он явился, то тогда. И вот Бхагаван сказал, что я хочу увидеть своего преданного. Бхагаван
не сказал, что я хочу получить его даршан. То есть он сказал, что не я хочу ему свой даршан дать, а я хочу его увидеть. И вот я хочу увидеть моего прекрасного преданного. Я хочу увидеть моего преданного Друву. И будьте уверены, почему Друву Махарадж достиг успеха. И вот, хотя можно увидеть, что он вроде стремился к каким-то посторонним целям. Да, сначала это было, но потом можно вспомнить, во время Рай Рамана Дасамвата я говорил, это обет Кришны. Кришна говорит, что даже какие-то глупые люди, которые стремятся к чему-то материальному. И если я дам им вкус моих лотосных стоп, то они забудут все материальное. И хотя Друва Махарадж начал баджан с желанием обрести какие-то материальные вещи, но все же он впоследствии изменил свое влечение, свое чувство. И вот Господь сказал Друве: «О, Друва, я хочу благословить тебя, проси все, что хочешь». Друва сказал: «Нет, я уже ничего не хочу, как ты, вот, начиная баджан, ты хотел стать царем всего мира, а сейчас, и, да, хотел, но сейчас я обрел даже ваши лотосные стопы, и мне уже ничего не нужно». Хотя Друва начал баджан с каким-то посторонним желанием, но впоследствии он избавился от этого желания. И вот этот Друва, он совершал баджан с огромной надеждой, что Падмапала Шина Лучина Хари явится, что Лотосаоки Господь Хари явится. Нарада его предупреждал, конечно, что в лесу всякие свирепые звери и то и все, и прочие опасности. Но Друва, он был непоколебим. Он готов был совершать баджан любой ценой. И вот с такой полной решимостью он начал баджан. И поэтому, смотрите, после этого он достиг успеха во всем. По милости Нарады и Кришны. Милость Нарады значит милость Кришны. И поэтому он избавился от всех материальных желаний и с огромным нетерпением, с огромным желанием ждал, когда же он обретет даршан лотосаокого Господа Хари. Такая нетерпимость, такое огромное желание должно быть в нашем сердце, и это даст нам успех на пути баджана. Посмотрите на жизнь Нарады. И вот сейчас вы можете сравнить все с гопи. Если у вас нет примера, то смотрите, гопи – это идеальный пример Нарады. Он рассказал: я был буквально в океане Ананды. Бхагаван, он даровал мне свой даршан. Этот даршан был настолько прекрасен, я не могу забыть его. Это было таким ярким впечатлением в моем сердце. И вот смотрите, какой баджан, какое настроение Рада Даси. В Раджаваси он однажды организовал тарелку, в общем, йогурт носили этому Рагунатху, и то не каждый день. И в Раджаваси хотел накормить получше, поэтому вместо обычной листовой тарелки притащил откуда-то здоровенный лист. А когда он увидел, спросил, откуда этот лист, а тот сказал, что вот с места Чандравали. И Рагунатху, он
очень опечалился и сказал, ничего не буду есть, выкидывай все. Он сказал, что это Чандравали делает так, что Радхарани плачет, и поэтому не приму ничего с ее места. Смотрите, какое чувство было у Рагунатха Даса Гасая. И вот нирапекша, это слово, оно красиво звучит. В материальном мире мы видим, и на пути Баджана тоже мы это слово нирапекша слышим, но это нирапекша. Она невозможна в трансцендентном мире. И также это неплохо, поскольку в трансцендентном мире мы входим на путь севы. И вот в материальном мире, когда мы совершаем баджан, то это пойдет, но когда мы достигаем того уровня Галука Дамы Вриндавана вечного мира, чтобы обрести служение, как мы можем ожидать какой-то нейтральности? Если кто-то нейтрален, то такой человек наверняка не может совершать Кришна Баджан, если он не может решить, кого же поддерживать, Радхарани или Джатилу и Кутилу. То есть такие люди, они недостойны совершать баджан. Мы на стороне Радхарани, и все, что она делает, мы должны поддерживать, даже если внешне выглядит как-то нехорошо, но все равно мы должны быть с Радхарани, а не отклоняться на чью-то другую сторону. И вот мы должны придерживаться стороны Радхарани всегда. Мы гаудии, мы осознанны или неосознанны, мы тут же придерживаемся какой-то определенной стороны, поскольку если мы не будем придерживаться чистоты, то и чистой бхакти не сможем совершать. Мы получили огромное сокровище от Рупы Саната, но если будем мешать это с грязью, то что толку от него? Кто-то может только заявлять, кричать, что это Рагануга Баджан, Рупануга Баджан, только девизы какие-то выкрикивать, а на практике ничего не делать, то это тоже бесполезно. Просто выкрикивание девизов ничего не даст. И вот если вы будете пинать воздух, то что толку? И вот здесь мы должны понять. Я привожу пример. Деварши Нарады, чтобы дать вам понять, когда Кришна, он хочет встретиться с нами, но не может, из-за того, что Нарада, хотя говорится, что вот это слово значит, Атинивритта, нету никакого чувства этого материального мира, это нечто уникальное. Нивритта значит, and Ananda Sanplavel, you know, as if Naraji Maharaj going to discover himself in the flood. И вот следующий термин, то, что Нарада обнаружил себя в океане Ананды, и он уже не мог видеть этот материальный мир. И вот когда But anyway, is going to cry, ecstatic feeling there in the body. И вот он плакал, чувствовал какое-то экстатическое чувство в своем теле, и он чувствовал какое-то трансцендентное блаженство, но все же он не смог получить Нарада. Он уже вот не смог видеть Господа ни внутри, ни снаружи. Когда тот явился ему на какое-то время, и вот он начал беспокоиться, куда же он пропал, Господь. Но все же он не мог обрести даршан верховного Господа.
И вот из-за такой боли разлуки он And then after that, when he's crying, he cannot check himself. Then it, there was an air tail. Air, from air, Daivavani, aerial speech. И вот Нарада услышал звук с небес, очень громкий звук с небес. А я хочу услышать голос Гауранги или Кришны. Very gambhir, very harsh, very sweet. И вот смотрите, Бхагаван настолько прекрасен, а мы хотим услышать голос Верховного Господа. И как это сделать? Если вы не будете совершать баджан, как мы услышим голос Бхагавана Шри Кришны? И только этот звук с небес, этот Нарада смог услышать. Why I speak this word? To show you why Krishna going to. Почему я сказал так? Для того, чтобы показать, что смотрите, Кришна, он помещает всех раджа-гопи в океан разлуки, океан страданий от этой разлуки. И вот смотрите, этот голос с небес говорит. Don't try to express any, this kind of, mood, heavy mood. This life, again, you cannot see me. Не беспокойся, но в этой жизни ты не увидишь меня. Больше ты не увидишь меня в этой жизни. Почему? За что? Ты не сможешь получить мой даршан в этой жизни опять. И поскольку... Abhipakka kasai anam duddhasa aham kujokinam. Abhipakka kasai. Abhipakka, you try to understand. This abhipakka kasai. И вот этот пример. Nastra praisu avadresu I'm speaking, na? Here. Bhagavan speaking the same thing. И вот Бхагаван то же самое сказал. Abhipakka kasai anam. Когда ты, вы готовите рис, и вот мы кидаем рис в кипящую воду. Я вот видел мать, как готовила рис, она проверяла. Она брала ложкой одну рисинку и проверяла, готова ли она или нет. Насколько мягок рис. И вот здесь также такой пример. Some marking is there, a bishop. I know there no matter is there, but some smell is there. Abhivakka kasayana, duddhasa aham kuyogina. Kuyogina means. И вот здесь куйогинам значит те, кто совершает баджан неправильно как-то от себя, а не следует авторитетам. Такой не тот баджан, который согласно парампаре, такие куйоги, которые не следуют Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакура, делают что-то все от себя, пытаются как-то доказать, что они великие саду, это куйоги называются. Я уже говорил, Шрути, Смрити. Вот там такое свидетельство дается. Шрути, Смрити, Пураны, Панчаратра. То есть если Сиддханта просто она не связана с авторитетами, с Пуранами, то нельзя ее Сиддхантой называть. И вот не без поддержки Панчаратры, Шрути, Смрити, сатвических Пуран, когда вы
ведете себя в соответствии с своим беспокойным умом, то проблемы от этого возникают. He and all his followers. Now, Abhivakta Kasayanam means without taking shelter of a Sadguru Kripa. И также этот термин значит не приняв прибежище у Садгуру, у подлинного саду. И так, если кто-то совершает баджан как попало, без должных авторитетов от себя, то толку от этого нету. Мы должны совершать харинам и делать все остальное под руководством саду, подлинных саду. И вот такие незрелые люди, для них они не могут видеть меня. If they are going to expect my darshan, it is a foolish desire. Если они хотят обрести мой даршан, то это глупое желание. И вот таким образом они выражают свое желание, что хотят обрести даршан Кришны, Радхарани, Гурангину. Такие люди, которые незрелые, недостойны этого даршана, то что толку? Как они могут желать вещи, которых они недостойны? И вот, если, как, например, маленький мальчик спрашивает, и вот он спрашивает, почему вы даровали мне даршан свой единственный раз? И этот голос с небес ответил, я явил тебя себе на часть секунды только для того, чтобы ты почувствовал огромное влечение, огромная любовь, огромное беспокойство, стремление обрести меня. И вот сейчас вы поняли настроение Кришны. Этот маленький мальчик Нарада, Кришна, вон, смотрите, что сделал с ним, он явил ему свой даршан только один раз, чтобы тот привлекся, а потом сказал, что всю оставшуюся жизнь в этом теле он никогда не увидит его больше. И это такое поведение Господа. Как в Раджа-гопе, старшие в Раджа-гопе, они Кришне показывают масло, сладости. Кришна просит дать ему, а они говорят, сначала ты должен станцевать, и потом дадим. Нет, давайте сначала дадите, потом накормите, потом станцую. А гопи говорит, нет, сначала танцуй, потом накормим. И вот таким образом Кришна, он являет такую лилу, чтобы увеличить желание внутри нашего сердца. Мат камаха санакир саду сарвад манчати ричхая. Because this kind of desire to serve me, to reach me, to meet me, to love me, if somebody going to develop inside the heart, мат камаха санакир саду сарвад манчати ричхая. Any kind of dirty feeling, pastful and painful past history. Ричхая, any soap, grievance, all you can claim by my darshan. И вот благодаря даршану Верховного Господа все беспокойства, все страдания, весь негатив можно убрать. И поэтому Господь явил единственный раз себя на ради, чтобы увеличить его стремление к нему и убрать все негативное. И также я буду говорить,
на эту тему в дальнейшем, и также о том, как гопи, они говорят с Кришной, они задают вопросы ему. И вот Кришна после Гопи-гиты, когда вернулся, после того, как Радхарани ушла с места расы, и вот Кришна отвечает: «Не беспокойтесь, я ушел с этого места расы для того, чтобы увеличить ваше терпение. Я хотел увидеть ваше влечение ко мне. И вот я смотрел на вас, я хотел проверить вас». Actually, it is a standing instruction of Supreme Lord, standing, you know, declaration, not instruction. И это наставление, заявление Верховного Господа. Hey Narada, I am not staying in Vaikuntha always. And Naham Tishtami Vaikunthe Yoginam Hidayasa Yogi, they are going to meditate me. Also, йоги, которые медитируют на меня, я также иногда нахожусь вне их сердца, но мои преданные, когда они поют и помнят меня, то я вижу их чувства, я очень счастлив. Madhvakta yatru gayanti. When those gopikas, you know, running from forest to forest. И вот когда гопи, они скитаются из леса в лес. And they are crying and crying and they are going to die. In that case, Krishna is laughing. И в этом случае Кришна смеется. Когда они, эти гопи, плачут: «Кришна, где же ты? Мы ищем тебя. Без тебя мы умираем». This way they are singing, and Krishna is going to hide himself and hide and see. И вот они пели такие киртаны, а Кришна спрятался и смотрел. И вот таким образом я могу обсуждать то, что когда Кришна отвечает, я могу детально это обсудить. На аханту сакшо бхажато опи янтуно бхаями амишам анувритта виттвай. Эй, анувритта виттвай. This very important word. И вот это слово очень важно. Анувритта виттвай. Анувритти как-то так. Я вынужден был действовать так, чтобы увеличить ваше беспокойство, вашу любовь ко мне. Это состояние Кришны. Естественно, почему нету ответа, почему? Хотя он полностью насыщен себе, но все же хочет наслаждаться с преданными. И количество любви всех гопи. Я не могу сравнить даже с гималайскими горами. Такая огромная бесконечная любовь, и автоматически, хотя Кришна самодостаточен, но все же гопи, они привлекли к самого Кришну. Кришна вынужден, а эти гопи, они вынуждены привлечься к Кришне. Бхагаван не хочет чувствовать, что он Верховный Господь, и Кришна хочет забыть, что он Верховный Господь, поскольку эта раса лила настолько прекрасна, настолько радостна, настолько сладостна, и продолжительность раса лилы была в течение ночи Брахмы. Это очень тяжело посчитать, но все же Кришна не был доволен. И Brahmaratri gone, foolish. But that within, you know, fraction of second the Rasalila finished. Oh, so nice. So you should not think it in dirty way.
Вот это Уджита Бхакти, Уната Уджала Бхакти, Паракия Бхакти, она настолько великолепна, настолько превосходна, что мне нет никакого примера, который я мог бы показать вам. So any amount of material example, I cannot represent in front of you, so that because we, from infinity pure we have, we need some example to understand fully. But what example I can show? Нам нужен пример, чтобы что-то понять полностью, но где же пример, чтобы показать, что жизнь вот она так и так происходит? Я не могу сказать, даже Кришна не может сказать. И какова милость, я также буду обсуждать, что такое Йога-майя. Йога-майя Самашита, надеюсь, вы понимаете, что такое Йога-майя. We have to feel this point, this exclusive lila rasa lila. Мы должны чувствовать это уникальное раса лила. Какая сила у нас есть, чтобы мы поняли эту раса лилу? Also, Bhagavan speaking in Padavali, Rupa Goswami was compiling this shloka. И вот Бхагаван говорит в Падьяволе, Рупа Госвами, он составил эту шлоку. Премнойго бхакта хридаям сука видрутам сат, джават худасти ячаре ячара пипаса, тават сукхайо бхавато нану бхакшапейо. Up to that point you can get satisfaction if you are feeling appetite. И вот если мы голодны, то мы можем съесть почти все, что угодно. Если не голодны, то ничего не сможем съесть. Или там маленькие кусочки. Смотрите, Кришна, он, как он сделал, он, когда Дурьотхана пришел, то жена Видуры предложила ему какой-то маленький кусочек пищи, Кришна сказал, что он насытился. Наелся. Но когда, смотрите, Кришна пришел к Видуре, начал... И вот когда он пришел, в общем, Кришна сказал ей, чтобы она все-таки пошла, проверила эти кастрюли, действительно, там рисинка и листик шака завалялся. They are going to feel the indigestion there. Hare, we should not go to, you know, there are thousands of, our group. If we are going there, we cannot take, we should go away from this place. So Krishna going to play that way. Krishna not going to feel any appetite, but still appetite. So you understand? No appetite, just now we took. But I have very good, I am very hungry. Give me. So Krishna is hungry for prema. Deva Siddhanta you come. Now in this shloka, Krishna очень жаден до премы, и в этом Сиддханта. И еще одна шлока есть, которую завтра буду обсуждать. То, что любая пуджа или прочие вещи, которые в служении Кришне занимаются, как завтра Гавардхан пуджа, например,
Кришна не может принять от вас то, что вы посылаете, не имея любви в сердце. Наше сердце и ум, они должны быть достаточно чисты, чтобы участвовать в Анакуте. Но это, опять же, не значит, что без любви Кришна что-то примет. И вот эти в Раджавасе они готовили и какие-то, ну не лепешки, а просто из теста что-то, что кружите, шарики делали, кидали в огонь, предлагали Кришне, ели такой хлеб простой. И Мадана Махан сказал, что ты приготовишь, ни соли нет, ни овощей нет. А Санатан Гасай сказал, иди проси подаяние в виде соли и овощей, приготовлю. Завтра ты, сегодня соль, спроси, завтра молоко, послезавтра сладости, потом еще что-нибудь, и все это в лесу. Неудобно. If you cannot understand the mood of Supreme Lord, never you can understand. Если мы не сможем понять настроение Верховного Господа, то и никогда не сможем понять настроение Расы Лилы. Krishna speaking without prema. Кришна говорит без премы. Then I am not going to get satisfaction any amount of fruits and flowers, these that they are going to give me, I cannot get satisfaction. Only love. Только only любовь, love, чистая любовь. Love, я хочу обрести любовь прямо. Кришна, он чувствует голод до премы, хотя он сам полон премы. Он буквально преисполнен премой, но что делать? Однажды один преданный. Он в Прихат Бхагаватамрите описывается, Санатан Госвами подпишет. Kim asanante gurudasanayam, kim asanante gurudasanayam, kim bhushanam kastubha bhushanayam, lakshi kalatrayo kim deyam asti bad isha kim te vachaniyam asti. Bah, beautiful. You can go mad if you hear this meaning. One devotee crying and speaking, Prabhu, what I have to give you? Bonded soul, they have their false ego. И вот преданный говорит, о Господь, что у меня есть, чтобы дать тебе. А обусловленные души, они очень горды. Они даже не думают, что может дать Верховному Господу, поскольку все, что есть во всех вселенных, это уже Его. Однажды, если один мальчик дает отцу какой-то предмет, отец, он работает, содержит этого мальчика и дает ему что-то за то, что он принес. И так же. Actually, we are going to worship Ganga with Ganga water. И вот смотрите, как мы поклоняемся Ганге с водой Ганги, и также мы обусловлены души, что мы можем дать Кришне. Не прекращайте думать, поскольку весь мир Кришны, мы не можем найти ничего, что вне доступа Кришны. Это все Кришна, принадлежит Кришне, и вот преданный он. Он говорит, Hey Prabhu,
о Господь, какую асану я могу предложить тебе, поскольку у тебя есть Гаруда асана, Гаруда Бхагаван он носит. Какую асану я могу даровать тебе, если ты уже Гаруда асану используешь, и какие украшения я могу дать тебе, если на твоей шее как Каступха, которая не сравнена ни с чем во всех мирах. И и когда Лакшми Деви, богиня богатства и процветания, она наша жена, наша Шакти, то Лакшми, Lakshmi Devi, your Kalatra, Kalatra Sanskrit, even your wife, then what I can give to you, what riches, property, anything, what I can give? And what speech I can give to you? Что может дать, предложить Господу? Даже та речь, которую мы говорим, это Вагиша, Джасивадани, например. Вагиша, Сарасвати пребывает в сердце такого человека, и какие молитвы он возносит, только это Сарасвати знает. И вот пытайтесь понять, что я хочу сказать. Что я хочу дать вам, пытайтесь понять, и пытайтесь плакать, и чтобы в этой жизни обрести Кришну, примите решение, что в этой жизни вы должны обрести Кришну. Именно в этой жизни вы должны решить, что умереть, либо обрести Кришну, совершать Кришна-бхаджан. И не должно быть никаких оправданий. Все маленькие вещи, мы должны забыть какие-то незначительные вещи. И наше сердце мы должны видеть Раса Бихари, Расешвари, Радхарани в ее лотосные стопы Гуранги в нашем сердце. Обхиманам паритаджо пракито вопурадишу Сикришна кипая гупи дехе враже басами ахам Радхика уничари бхутва парукьо расе сада Радха Кришна виласешу паричарджам кароми ахам Абхиманам паритаджо Пракито Бапурадишу. Абхиманам паритаджо Пракито Бапурадишу. Шри Кришна кипая гопи дехе браже васамьяхам. Радхика анучари бхутва Паракийо расе сада Радха Кришна виласешу Паричарджам карамьяхам. Ванча калпатарвасе кипасинд вебача патитанам павана вавишна бхьо нама.